Написала мне недавно в Инстаграм девушка с просьбой подумать, какой сделать необычный подарок своей подруге. Картину или, может быть, ее портрет. Решила она остановиться все-таки на портрете, но сделать его необычным. У меня сразу появились мысли в голове, но необычность для каждого своя, и рамки необычности у всех тоже свои и разные. У меня очень странная необычность, поэтому я сначала мягко прощупываю почву, чтобы что-то предлагать клиенту. И попросила ее прислать фотографии, с чего мы будем делать портрет. И тут началась первая печаль. Фотографии были не очень хорошего качества, зернистые, видимо, скрин экрана. Я немножко поменяла вектор своих мыслей и сделала ей визуал, абстракцию акрилом. Можно, в принципе, маслом исполнять грубые такие мазки объемные, как гипсовая штукатурка. Наверняка вы видели. Ей понравилось все, но ей хотелось еще что-то необычное. И она мне показала мою работу, трехслойную на стекле, прорисованная дева под водой. И она точно сказала, что хочет именно в таком стиле прорисовать свою подругу. Тут возникла проблема, что подруга, естественно, не ныряла под воду, не выныривала, и мне пришлось нарисовать эту историю в воде, разделить на стекле. И я почему-то, до этого я работала акрилом, но в этой работе я решила усложнить себе жизнь и прорисовать портрет маслом, так как текстура кожи прорисовывается идеально, конечно, только маслом. Но печаль и беда, масло очень плохо ложится на стекло, так что если вы будете экспериментировать, на оргстекло нет, а на стекло ложится как вот жир на какую-то поверхность. Все это перекрыло эпоксидной смолой, естественно, и та-дам! Как вам наша девушка? Я в восторге от работы, она меня вдохновила еще на один портрет. Покажу немножко позже. Пишите, если какие-то будут вопросы, все отвечу. Всем отличного настроения! Ту-ру-ту-ту-ту!